Смертельная авария на дорогах Молдовы. Вечером в четверг у села Хорешта Яловенского района не смогли разминуться микроавтобус и иномарка. В результате столкновения 5-летняя малышка погибла, а 2 женщины и 10-летняя девочка попали в больницу в тяжелом состоянии. Из машины людям помогли выбраться спасатели. Звонок в экстренную службу 112 поступил в 18:40. Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП.